деваться. Просто обманывать это не очень хорошо. Тем более ты мне руку пожал, да? Молодец. Ты мне руку пожал, ты слово выполнил. А вот Серафим баловник. Ты тоже руку пожал и не выполнил. Но это бывает, парни, это бывает. Все ребенками были, ребятенками все были, все баловались. Это бывает. Музыца ничего, нормально, успокоительная? Да. Семен, музыка не мешает? Нет. 25. 25, молодец. Все, ты будешь полосу препятствий докачивать? Давай. Я легкий. У тебя уровень легкий. Да, просто легко. Знаешь как, можно последний уровень назвать не бог, а уровень невозможно. Уровень типа невозможно. А какой будет там, например? Одна попытка. Типа это самый крутой уровень, называется невозможно. Опа, батя! Опа, батя, уровень невозможный. А ты сейчас пап зайдет, и ты ему покажешь. Все. Семен, а пап. Ну давай, скажи, батя, присаживайся сейчас. Серафим, убери, пожалуйста, стаканчик. Так, ты же с нами за компанию? Я поел. Серьезно? Да. Блин, ё-моё. Потом за компашку бы с нами. Сём, я тебе вот новую воду принес. Пап водичку принес. Присаживайся, пап, смотри испытание, какое он делает. Давай. Хочет пластуном стать, казаком, разведчиком. Ниндзей практически. Можете поправить? Ха! Ну давай, чё? Ага, ага. Вот эту, не-не-не, вот эту, другую, да, молодец, да. Так. Тихо. Ничего, нормально. Проходи. Спокойненько. Оп, молодец. Прям папа пробежал, перепрыгнул, да, так, дальше. Я просто покажу, поэтому... Ну да, можно ошибиться, ты же ему как показательное сейчас, да, просто делаешь. Ты сам придумал стоп? Да. Они вчера с Юрцом придумывали. Ну, у нас по субботам, видишь, пытаемся так вот более в игровой форме, в такой, чтобы детвора могла за 4 часа, чтобы они не обалдели. Так. Оп, молодец. Последний этап, да, остался? Да. Серафим, ножки повыше старайся делать. Ты лесенку там делаешь? Нет, 10 раз. 10 раз, молодец. Семен, так, и последний, да? Это финиш. Семен, а покажи папе, пожалуйста, как мы сегодня кувырок выучили, какие кувырки. Это для будущих сальто. Покажи, пожалуйста, папе. Площадочку. А ты площадочку вот эту себе, вот где ты стоишь, вот ты там можешь кувыркнуться. На мате будешь кувыркаться? Стили матик, давай, покажи папе. Кувырок вперед, только палочки. А, все, понял, в какую сторону. Давай, да. Смотри, сейчас я тебе покажу обычный, а потом крутой. А потом крутой, да, ну ты... Семен, погоди, шею разомни, подготовь, как будто ты прыгаешь, все, размял, да, я понял. Так, раз, с группировочкой, ну-ка, с прыжка, да, оп, красавчик, а еще длиннее сможешь прыгнуть, прям в длину прыгать? Давай. Папа, наверное, тоже может кувырки показать. Оп, молодец, группировочка, а назад? Назад, как мы сегодня репетировали, давай, через спинку, прям оп. Крути. Практически. А через бок, через плечо, в бок. Через правую сторону и через левую сторону. Помнишь, когда мы в бок крутились? Давай. В бок. Через прям боковиночку. Вот так. Вперед или назад? Нет, просто вот так ты стоишь. Да. Смотри, вот, Семен. Вот так. Оп, ты встал опять. Да. И через другую сторону. Так, а потом помнишь, как будто мы сегодня порепетировали, если ты споткнулся или кто-то споткнулся, например, шел, опа, споткнулся и сразу контроль. Ну, вдруг там всякое бывает, да, нечаянно так бывает. Только не на жестком, на мягком покажи, пожалуйста, как бы только нечаянно там, на льду там, играл и споткнулся. Оп, молодец. Папа, вот, понял полосу препятствий, как хочешь? Потом сложно,
четыре попытки. Пять или четыре? Потом бог. Невозможный. Уровень невозможный. Две попытки. Бывает. Невозможный — это одна попытка. Доиграй, доиграй лесенку на перекладине. Будет. Давай сейчас, да. Ну, иди принес уже, мой, угощай детвору. Серафим, идите, помойте руки, пожалуйста. Что, тогда это пораньше смотри? Да нет, как а это смотри. А что, они сейчас наедятся и что? Ну и что, наедятся и... Ну, я не думаю, что прям наедятся до отвалу. Так это, потихоньку. Там 10 минут посидят, она уляжется и все. Если, смотри, если у тебя получается, 8 часов подъезжай, можешь еще до 9 я, остаться. Не я приеду. Дочь? Я на работу, скорее всего, жена. Жена. Да. Ну, если она, например, к 8 часам приедет и захочет еще на час остаться, то с родителями можно еще, потому что все-таки 5 часов, 4 часа это хорошо. Трудно. Потому что у Серафима батя подъедет к 8, он говорит, по самочувствию посмотрим до 9. Угу. Как, в общем, дела? Что интересного? Да ничего. Нормально все? Все нормально. Ну, слава богу. Он ждет так эти тренировки ваши. Да красавчик. Он сейчас школа начнется, я не знаю, как он будет успевать. У него же еще легкая атлетика с сентября. Бегает? Начинается, да. Прыгает? Что делает? Бегает? Ну да, это, зимой в зале. На лыжах не занимается? Нет. Ну у них такое. Они же с 9 лет легкая атлетика. А это платная, там тетя такая. Вот, лишь бы, блядь, лишь бы время закончилось. Никогда в жизни на минуту не задержится. А зачем тогда? Да легкая атлетика отдал, ты... Какой ты хочешь результат от него? Он просто, ему нравится. Бегать? Ему нравится бегать, ага, бегает все время. Ага. Ну, энергии много, он, да. Он занял второе место, он занял среди всех детских садов города. Угу. То есть его вот команда детского сада из 4 человек заняли первое место в городе. У нас просто есть клубы бега разные в городе, в Энгельсе, в Саратове. Ну, в Энгельсе я что-то ничего не сейчас нашел скажу, для его сейчас, возраста. Сейчас. А, ну, наверное, да, то, что слишком детский. Сейчас скажу, как называется у нас, потому что к нам ходит парняга заниматься, он мастер спорта по бегу, лейтенант милиции, все время милиция она была, мастер спорта, лейтенант или капитан, не помню, не суть. В Москве он занимался, потом еще уволился, что ли, на пенсии, не говорит, не помощь. Он мастер спорта, а батя чемпион Европы по бегу, Кононов, может быть, такую фамилию слышал. Ну, там и он сейчас теннисом большим занимается. Вот он представитель клуб «Сокол» по бегу в Саратове. Вы куда, парни? Пробежали. А этот... А в Энгельсе клуб «Эндорфин». Называется клуб бега. Вот я не знаю, там возраст какой. Порезано? Да. Порезано, все классно. Парни, идите, угощайтесь. Идите, угощайтесь. Серафим. Вы что, идите, что ли? Давай, сынок, кушай. Сам оторвешь, у меня руки грязные. Да. Серафим, Антона поблагодари, пожалуйста. Дядя Антона поблагодари, скажи, благодарю за угощение. Да нет, что у меня грязные руки, ничего мылся. Все, махни рукой, все, да, красавчик. Парни, все, приятного аппетита, кушайте, пожалуйста. Спасибо, парни. Все, садитесь спокойненько. Садитесь, присаживайтесь и кушайте. Все. Только как покушаешь сильно, Сём, там нет, не занимайся, а то еще... Да, они здесь растяжку поделают, растяжку поделают. Все, Серафим, угощайтесь, да, все приятно. Зачем? А вы будете? Я потом, знаешь, лучше сначала вы покушаете, ребятишки. А можно ваш телефон? Да, конечно, смотри. Вот на объявлении, я сейчас наизусть не помню, вот на объявлении, посмотри, пожалуйста, на двери объявление висит. С этого номер телефона. Потому что сегодня охрана Татьяна Ивановна спрашивала, а я на цифры не особенские. Объявление второе снизу, серенькое такое. Второе снизу, снизу, вниз, вниз, смотри, второе ага. Снизу, увидишь, да? И прям сразу набери. Если вдруг, когда телефон там не беру, смс-ку отправляй, письмо, я всегда отвечу. Если сейчас не трудно, отправь что-нибудь смс-цу или звонок какой-то запишу. Упала, ты поднял? Да. Давай, выкинем. Или что-нибудь, или стрекозу покормим. Можно будет стрекозу? А интересно, стрекозы и пиццу... На стол, да, присаживайся, да. Стрекозы и пиццу кушают? Mm-mm. Нет, не кушают? У нас, он, смотри, две стрекозы поселилось. Он... У меня вызов идет. 79.50, да? Да. Все, давай запишу. У меня просто трудовой день начинается с 5 утра, тренировочный вернее. Я не знаю, рассказывал, нет, я несколько групп веду, а в Саратове, с Поливановки сюда ездию. То есть я в ночь уезжаю в Поливановку, или в 5 утра, или в ночь. И возвращаюсь сюда провести тренировку, здесь навести родителей, там созвониться с родными. Если получается, на выходные уезжаю к супруге, но в Москву, правда. Потом возвращаюсь сюда. На выходные? Да. А суббота же сегодня?
Ну вот, ну а что здесь, долететь бывает полтора часа. Мне просто, и как говорится, знаешь, это, если необходимо увидеться, можно и долететь. И долететь можно. Ну тяжело, тяжело, если честно это. Конечно, тяжело. Просят оставаться в Саратове, просят оставаться здесь, просят, ну вот мне сейчас, мы хотим выстроить так систему занятий. Я хочу подготовить кого-то уровня такого же восприятия, да, чтобы так же относились четко, как, например, я сам. Чтобы можно было вести несколько, потому что реально просят. И в этот зал мы не можем уместить всех желающих, потому что слишком разные люди. Последний раз был, тебя не было, да? Последний раз 40 человек практически. У всех какие-то друг к другу претензии. Маленькие к маленьким, взрослые ко взрослым. Кто-то там слезинку пустил, кто-то ха-ха-ха над ним смеется там. А я как нянька. Помнишь, такое кино было «Усатый нянь»? Так советское. И у меня задача, чтобы все друг с другом заобщались, замирились и прочее, и прочее. Я с тобой охренел. Приятного аппетита. Хорошо, жуй, не проглатывай. Кушай, кушай, Дань. Никто не заберет, все. Ребят, надо прожевывать раз, 10, наверное, так вот надо прожевывать. А еще лучше, сколько зубков, столько и прожевывать раз. Сколько зубов, как вы думаете, у человека? Ну, Ксем, давай, блесни знания. Он вчера... Ну, у меня взрослого 2. Взрослого человека, все. У взрослого. 32. Молодец. Он вчера с Юрцом... У нас Юра вчера был шахматист, они вчера с Юрцом вспоминали... Что там, 1000 миллисекунд или что этот? Да. Миллисекунды, кванты, свет. Такие сидели, размышляли. Он у меня математик. Вообще, он чё... меня считает, молодец, что молодец. Я на калькуляторе только могу. Это жесть вообще. Здесь парни удивлялись, да. Потому что я говорю, вы пока слишком его не грузите там какими-то цифрами такими. Но вот я знаю, мы спрашиваем, трехзначный он может там прибавлять, отнимать хорошо. Ну там, может быть, сейчас еще нас поразит чем-то. И чем, знаешь, чем интереснее? Ну ты, родитель, ты, конечно, сам разберешься. Но чем интереснее сейчас ему давать задачи на будущее, на вот жизнь, что практика, да, чтобы он в жизни смог хорошо ориентироваться. Вот это самое четкое. Какой у него какой-то интерес, может, программирование, что-то там такое нравится. Ну, компьютерные игры нравятся, он рассказывает с Юрцом, если они про зомби. До уровня там, а ты, говорит, на 34 уровне там второй комнату заходил. Да вообще. Все, минус 3 плюс... Ага. 10. Ах ты, ё-моё. 7. Молодец. 7. Все будет, парни, хорошо. Самое главное, надо... Семён, знаешь как? Это, а что ты тренеру не предложишь? Не-не-не, они спросили. Я сначала, пусть они покушают, может, что-то еще ребятишек придут. Смотри, сейчас третью себя не впихивай. Если хочешь, но в конце тренировки, когда мама придет забирать, еще возьмешь. Вы знаете, как можно? Третий кусочек можете над друг другом разделить, поделиться можно. Потому что реально накушайтесь, потом будет очень тяжело. Никто не переживайте, никто ничего не заберет, никто, сынок, никто не... домой пойдешь, возьмешь третий кусок, сейчас не надо, будет живот болеть. Я понял. Вкуснотища же, да, ё-моё, вкуснотища же. Кушайте, кушайте, красавчики, силище попрет. В общем, бегать ты любишь, да, брат? Сильно бегать любишь? Не знаю. Не знаю. Просто учебный год и у Серафима. Я очень быстро бегала. Я верю. Угу. Я верю. Я папу ускорил, уже буду обгонять. Да уже обгонять. Все, молодец. Ну, чуть-чуть все. Ну я с пузом, сынок, уже не могу с тобой соревноваться. Да и он, ну, а что куда бежать-то? Куда торопиться, да? Как это, когда жизнь-то познал? Самое главное, чтобы сейчас детвора, чтобы все. Для вас все делается, парни. Для ваших будущих ну, детей не делаете. Вот. Это потому что налепки. Тихо, вот тихо, просто тихо, пальчиком тихо. Вот так отщелкнул. Шлеп, шлеп, все, нормалек, все. Так, супруга 8 часов, да, подъедет? Да. Ты сейчас на службу, ночную смену у тебя какая? Или трудовые дела? Сем, я тебе рассказывал про это. Стаканчик. Что нужно, если поделиться, можно отлить. С одного горлышка не надо пить. Держи стакан. А у тебя есть вода же? На, держи стаканчик, если с тобой... А где твоя вода? Закончилась. Ты, блин, вот это не надо. Так, держи стакан. Не будешь пить? Нет. Ну, может быть, с тобой поделиться Семен хочет. Держи стаканчик, просто нальет водички чуть-чуть, и все. И сынок, все, поскакал я. Все, пошел? Вот этому вот этот, валик этот купил ему тоже. А ролик для занятий дома? Как он называется? Гимнастический ролик. Нет, по фамилии, я помню, он называется. А, по которой изобретатель его? Да. Ты купил... ММ. Он один? Или двойное колесо, или тройное? Я купил самое дешевое одинарное колесо. Одинарное колесо. Просто двойное, он больше он чуть-чуть равновешивает. Да, конечно же, пожалуйста. Так он и сам пусть держит равновесие. Это еще дополнительную группу мышц. Согласен. Есть,
Да папку услышал же, молодец. Смотри, если ты свободен, помнишь, про черенок рассказывал? Не поленись, приобрети черенок. Вот для него просто простой черенок. Я им показываю. Ты руки мыть? Серафим, где руки? Мой тоже. Благодарю. Красавчики. С этот. Я показываю брать черепом для общего и для тебя нормально, для спины поможет. Тема обалденная. Цена ему там, ну, 50 там край. Тем более, да, черенок найти-то. В смысле? Я дополнительная профессия столяр. Тем более. Я же мебель это делаю. Уйму упражнений, начиная от массаж стопы или массаж, ну, бегом занимается, надо, чтобы, конечно, это даже оздоровление, столько точек там. Вот здесь вторая степень подсказки, здесь третья. Серьезно? Я вот постою, особенно вот просто на твердом полу, без обуви, без ортопедической, без любой. Вот я постою 5 минут, все, у меня ноги, спина болит сразу. Значит, для тебя тогда? Нет, до 25 лет уже бесполезно. Вот этот, я тебе могу штуку сказать. У нас Серега Максименко Сергей Сергеевич, у него, короче, нога плоская. Первая очередь, да, это степень, наверное. То есть самая жесткая. Самая плоская. Жесткая четвертая. А, или четвертая. У него реально новая, плоская. Он кое-как в армию упросился, обманул там, ну, через батю, короче. Тоже в военное училище поступал вот так вот. Стал, типа, дурак всех. Ну, обманул, да, вот да, так. да. Он обдурил, но, говорит, со слезами на глазах все было. Сейчас делает. Мы заказали в этом, я забыл, как называется, ортопедические стельки, все. И, ну, стельки износились, он сам оставил себе этот вот, как он, бугорок или это. Представляешь, занимается, начинает лучше делать. Да так не может быть. Я уже это изучал, до 25 лет уже все, уже никак. Только хирургический. Организм вырос, типа того, да. Ну, знаете, какая штука интересная. То ли это реально внушение, то есть самовнушение, настолько человеку хочется. Он говорит, мне стало проще. То есть, говорит, раньше до слез бывало. Да мы, ну, мы обувь носим-то, она с коленками оставляет, эта плоская подошва. Я и бегать там с ним не могу. Я хочу бегать, но я не могу. Я пробегу, у меня потом целые сутки болит позвоночник и ноги. Потому что вот это сувор опускается, вот эта мышца в напряжении и тянет за собой позвоночник. Я хочу бегать, но я не могу, потому не поленись, что потом это Антон, мучить. Не поленись, реально, черенок для тебя. Это вообще самое простое. Поставил стеночки, реально самое простое. Поставил одну ножку, покатал без напряга. Поставил вторую, покатал. Потом встал и потихонечку. Может быть, где-то больно. Попробуй сейчас просто встань. Просто. Ну, ты знаешь, да, упражнение же, тем более. Бутылки катал, по керамзиту ходил. Здесь просто чуть-чуть. Все, погнали. А если сможешь найти дуб, куда я подержу бутылку, если сможешь, встань прям двумя руками, если сможешь найти дуб и дубовый, вот он, представляешь, сначала так происходит, как массаж, помнишь, мы упражнения с палками разными делаем, и вот папе хочу, чтобы твой папа тоже. А мне больно, сынок, а тебе как не больно, что ли? Чуть-чуть больно. Ты мужчина, ты терпишь, у него всегда такая, я говорю, тебе что, устал, моя мужчина. Так. Молодец. Я его за ноги беру, и мы с ним гуляем по квартире на руках. Вот, две комнаты кухни. С одной, то есть начинаем, я беру за ноги 5 раз. Как отжался, тачка, да? Отжался 5 раз. В другую комнату 5 раз отжался. В другую. И вот так 2 круга, и в конце он отжимается 15 раз. В итоге он отжимается около 60 раз, и постоянно на руках без остановки. Молодец. Я спрашиваю Серафима, отставить Семен. Ну и Серафима сегодня спрашивал Семена, говорит, сколько раз до этого там, ну, приседал, отжимался, всякие физические действия делал. Говорит, да так, говорит, что-то это. Сейчас особо не могу вспомнить. Кто, мячик? Нет, он тебе помогает. Говорит, начал он заниматься, когда, ну я не знаю, с какого точного времени, когда он начал заниматься, а счет ведет. Он говорит, начал отжиматься, типа с папой там 6 раз или сколько-то вот отжимается. Ой, отставить, подтягивается на турнике. И там еще 7. Семен, у нас уже 7, по-моему, у тебя 7 было, раз, да. Это вот за 2 месяца, с нуля. Красавчик. Наверное, он отсчет, да, насчет, наверное, с момента гимнастики. В принципе, сейчас в этом возрасте вообще можно. Оно не только в этом, оно в любом возрасте можно вложить как хорошее, так и плохое. Я боюсь его перенагрузить. Не надо, зачем? Гимнастика, она... У нас же здесь не спортивная гимнастика. У нас, вот смотри, какая штука. Кто-то говорит, воркаут называет, там, воздушно-силовая атлетика, калистеника. На самом деле, это оздоровительная, восстанавливающая гимнастика. Самая первая, или воспитательная гимнастика, самая первая в юном возрасте. Она некий стержень создает, вот это самое, то есть мужчина мужественности, вот это основа, чтобы можно было там жизненные всякие трудности пройти, там, и прочее. А второй момент,
она создает как бы умственный каркас для будущего получения знаний. Математика, физика, в школе там поучиться, ну, дисциплины, соответственно. Поэтому здесь вот, чем в интереснее, в игровой форме, оно это, знаешь, по старинке так, меня воспитывали, я знаю, так, моих родителей воспитывали, там, дедушек с бабушками воспитывали, но там просто в то время более такая, знаешь, воинское направление было, с казаки. Это сам процесс воспитания. Поэтому здесь бы в интересной форме, в игровой, дать возможность, чтобы не явление думали. Потому что, например, сейчас Серафим постарше, да, у него интерес уже в интернете по игрушке посмотреть. Не только игрушки посмотреть, понимаешь, а еще какие-то штукенцы, ненужные совершенно. Ну да, типа того. Ребята еще постарше, они еще подгружаются больше. Помимо там общения, мальчики и девочки, они уже начинают какую-то вообще, какую-то ненужную игру. А, ты как цирковую песню нам играешь? Он тебя друга хочет. А, Марк все сомневается. А что, надо прийти посмотреть, и все классно будет. Самое сложное, да, сынок? Да, самое тяжелое, да. Нет, вернее, да, результат за ним. Помнишь, это все, вот, когда вначале говорили, нету такого, чтобы не было результата. 100% будет. Молодец. Просто в какой момент цели задачи? Кто-то из родителей просто ОФП хочет подтянуть. Ты меня задыхаешь? Ты чемпион будешь. Наконец-то, вообще классно. Кто-то нам где-нибудь на берегу океана. Да я думаю, олимпийским подарит. А вот домики. Серафим, брат, а ты что там в телефоне? Вот только я с Антоном разговариваю про то, что дети за телефоном. Ну положи, пожалуйста, телефон. Серафим. А? Нет, они еще тут возьмут. Тут игры, тут лабиринты проходят. 8 часов. Не раньше, потому что... Я сильно проиграл! У нас еще 20 попыток! На 20 попыток! Сейчас я соответствую. Серафим, положи, пожалуйста, телефон. Сложно будет уже 13-го. Давай, давай. Вот сегодня соревнования были, да, всего лишь там местного уровня. Хотя соревнования проводили как бы уровня России. Новый, ну, выиграли, там, Саратове, города небольшие. Призовой фонд для просто ребятни, два приза по 30 тысяч. Это очень хорошо. В том году мы как же выделяли. Да, два приза по 30 тысяч. Хотите команды, хотите бы лично. Здесь мы детишку пытаемся как-то мотивировать их, чтобы понять, что... Ай, голова, блин. Тихо. Кстати, он несколько раз говорил, то ли от жары, то ли от чего-то. Это чуть-чуть голова болит. Да. Чего он это болит? Да уже не болит. Как может, иногда... все, хватит это все? Нет. Болит, нет, давай пойдем. Из-за жары, нет, сынок? Нет. Ну пойдем. Нет, это... Нет, ну тут не жалко. Может, просто разыгрывался. 13 попыток. Да давай, конечно. Я... Сынок, точно нет, все нормально. Ну, да? Иногда она болит. Что с ней болит? Ну, потому что жарко. Жарко, душно, эмоции, энергия. Серафим, доделай лесенку, пожалуйста. Вы надежда для родных, для ваших парней, помните? Я делаю. Все, соберись, братан. 10. Соберись. Ладно. Поехали, пошел. Да. Все, благодарим за угощение. Папа, кто-то покушает. Все, ну я лучше сначала ребят накормлю, и потом они... Серафим, брат, ну не сходи ногами, ну пожалуйста, по бетону, простым мешком. А кто меня там придет? Мама придет. А кто меня? Ну пусть мама придет. Все. Соня там тоже целый день на ногах устала. Она еще сама не пришла даже. Все, ребят, занимаемся. Все, Антон, доброй, спокойной трудовой деятельности, да? Что все получилось. Серафим, я ни одной попытки не потратил. У тебя сколько осталось попыток? Я на сложном начинал. Пока. Все, до свидания, да? До свидания. Так, на сложном начинал. Осталось 13 попыток у тебя. Да, на сложном 13 попыток. Я еще ни одной не потратил. Все, лады, продал. Добро, продолжаем. Я упал. Не падать. Мне начинать заново. Нет, ты можешь сохранялочки начать. Я знаю, мне все просто заново. Вот это все. Думаешь, сохранялочка у тебя вон там? Да, вот тут. Все, понял. Вот сохранялка вообще плохо. Нет, сохранялка, а ты сделай в другом месте сохранялку. Да нет. Точно? Thank you.
Попробуй в другом месте, может, попроще будет, конечно. Нет, я хочу посложнее, чтобы было. Угу. Ну, сделай тогда вообще двери. Тогда вообще сложно будет. Серафим. 11 попыток. Сейчас я переду, если пройду сложно, будет очень сложно. Очень сложно. Серафим, попыток. Тоже терпи. 8 попыток. Лады. Потом будет безумие. Думаешь, потом... безумие? Да, потом хакер, это сколько? 4 попытки. Потом бог. Давай. 2 попытки, а невозможно, это одна. Довольно легко. Вот так. Я уже это все изучу, поэтому я могу так легко. Просто, просто. Я когда пройду нереально, я поменяю как. Давай, давай. Если, конечно, смогу пройти. Давай. Только терпим, лады, парни? Водички? Давай, налей. Ты сам сможешь налить? Да. Ничего не пролить, точно? А, ты хочешь в тубу? Вот стаканчик ты можешь налить. Ты можешь я стаканчик попить. Это нет, ты стаканчик а просто налей там, себе. Попьешь. Я там ты стаканчик налей себе, попьешь спокойно. Я там в конце чуть-чуть палкой задел. Давай мне стакан, я тебе помогу. Я ногой чуть-чуть палкой налей. Палку надел. Давай мне стакан, я тебе помогу, Серафим. Это не считается? Серафим, давай мне стакан, я тебе помогу. Я бы налил. Давай, бери двумя руками, хорошо, сейчас нальешь, конечно. Вот. Семен, может быть, не считается, посмотрим. Наливай, ну, только ладно. Стоп, все не выпивай. Очень сложно. На 3 раза раздели, ладно? Очень сложно. Это очень трудное испытание. Приятного водопития, парни. Спасибо. На здоровье. Не пахнет, а пахнет. Парни. А, хорошо, ты попил, да? Молодец. Очень сложно, 8 попыток. Я не знаю, как я буду безумие. Ну, рискуй. Безумие это 6 попыток. Рискуй. Безумие это 6? Да, а хакер это 4. Ага, все, я понял. Это 2, нереально, это сколько? 1. Аккуратно, аккуратно, лады. Вот тут вообще легко. Семь попыток у меня. Угу. 6 попыток. Аккуратно. 5 попыток. Аккуратно. Фу. Что такое? Терпи. Вот эти палки я их ненавижу, они очень сложные. Надо терпеть, парни. Научитесь, пожалуйста, терпеть. 5 попыток у меня. Если я сейчас скажу, проиграю, будет... Мне будет так круто. Проигрывать зачем? Не надо проигрывать. Я дошел до финишной прямой. Ты уже на прямой? Да. Серафим, не залипай, братан, пожалуйста. Каждую секундочку надо потратить с пользой. Отжимания, приседания, лесенку доделай, отжимания, на... ой, подъем ног на брусьях доделай, пожалуйста. Руки устали? Ложись на пол, поднимай ноги. Ложись на пол, поднимай корпус. Тяни шпагат, делай мостик. Делай выпрыги. Безумие сейчас будет. Безумие уже пошло? Да. Нет, безумие... А, да, 6 попыток. Безумие 6 попыток. Семен, ну ты очень крутой. Мы за тобой не успеем, за таким крутым парнем. А вы сможете пройти хоть очень легко? Я не знаю. Пока не знаю. Вообще как проходить? Аккуратненько. Простите, что я сломаюсь. Ничего, больше ничего. Да, молодец, что больше не будешь. Тихо, 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 тихо. А почему ты ее не хочешь перевернуть вот так оставить, чтобы она не каталась? Ты хочешь? Да нет, это так сложно. Потруднее сделать. Да, молодец. Молодец, Серафим, терпи, терпи.
Выше ножки, молодец. Молодец. 5 попыток еще. Молодчик. Магнезии даже не надо. Я чуть-чуть носочками пола коснулся. Бывает. Надо целый набор. Где-то вон там, в углу, в волшебном углу, посмотри, там нигде магнезии никто не оставил. Чуть-чуть коснуться можно, ничего страшного. Да почему, да? Тихо-тихо-тихо, не ругайся. Я хотел толкнуться, не ругайся. А потом чуть-чуть толкнулся по-другому, да? Не повезло, так и не повезло. Это бывает. Давай. Не повезло, так не повезло, ё-моё. Да. Так. 4 попытки еще. Я сейчас сказал, что на хапик подойду. Давай, аккуратно. Я сейчас на хапик подойду. Ты уже уровень хакера? Да, нет, сейчас безумие прохожу и уже почти дошел до конца. Серафим, чувствуешь, если устало одно, закачивай другое, пожалуйста. Есть. Мне бы хотелось, чтобы ты каждую секунду потратил здесь с пользой. Гантельки, штанги, приседания, отжимания, веретенышко, шпагатик. Пробить ногами, руками, прокинуться, там что-нибудь, мостики, сальтушечки. Я прошел безумие, сейчас будет хакер. Молодец. Сальтухи, мальтухи, колесо. Можно, да, поделать упражнение? 4 попытки. Молодец. Я не знаю, как это проходить буду, ну ладно. Сейчас попробуем. Я не знаю, как я нереально буду проходить. Ну, Бог может, я пройду, это будет следующая сложность. Самый тяжелый уровень, да? Нет, нереально. Угу. Следующий блок уровень, а потом самый последний нереально. Я почти на предпоследнем уровне сложности. Давай, давай. Оп, оп, оп. Спинку прямо, Серафим, спинку прямо. Спинку прямо, молодец. Молодец. Я как-то сейчас до блога дойду. Давай, доходи. Молодец, получилось? Угу. Молодец. Так, что с вашего... Ты, мне кажется, телефон, бери рюкзак, пожалуйста, телефон, чтобы вода на него прокинула здесь. Я сейчас буду проходить уровень блок. С вашего позволения. Да, проходи, только аккуратнее, пожалуйста. Блок сейчас буду проходить. Проходи. Блоговский уровень. Только, пожалуйста, аккуратнее. А я пока понаблюдаю за вами. Блоговский уровень. Блоговский, думаешь? Предпоследний. Все, приятного аппетита, да? Приятного аппетита. Благодарю. Вам хорошей тренировки, мне приятного аппетита. Благодарю. А как? Закрыл? Нет. А, вот. О, да. Ставим возле зеркала, Серафим. Посмотри на себя на прямоту спины. Что, погнали? Да, погнали. Бок. Поехали. Бок. Это очень серьезно. Это уровень создателя, да? Уровень создателя, как будто кто-то создатель этого уровня сам пробует. То есть он же придумал этот уровень, и он сам его проходит. Ну, ты придумал, ты сам проходишь. Да. То есть уровень создатель. Ой-ой-ой-ой. Это бывает. Создателю можно летать. Создателю можно летать над уровнем. И ему ничего не будет за этого. Просто осталось. Я не знаю, как я буду реально проходить. Молодец. Я пока прохожусь. На катере. Туда зашился. На скале. Но не упасть. Вау. Вау. Я не реально сейчас буду
Серафим, а ты взял с собой что-нибудь покушать, перекусить?